Работая в Сургуте, Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетили Сургутский государственный университет, где студенты представили свои научные разработки. ВУЗ, напомню, участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Обязательное условие – определить приоритеты в исследовательской сфере, что и было сделано. Так разработаны 5 проектов: «Цифра нефти», «Кадры для цифровой экономики», «Молодежное предпринимательство», «Таланты 2030» и «Югра». Посвящен этот проект введению пациентов с перенесенным инфарктом миокарда с помощью телемедицинских консультаций. Это позволяет непрерывно осуществлять мониторинг за состоянием таких пациентов, осуществлять лечение. Но суть проекта заключается в том, что пациенты с перенесенным инфарктом миокарда не должны приходить на прием, а могут наблюдаться путем телемедицинских консультаций. Нас актуально для труднодоступной территории. Еще одна разработка, которую презентовали студенты Сургу министру энергетики и временно исполняющему обязанности губернатора Югры – комплексный программный продукт для людей с сахарным диабетом 1-2 типов. Он позволяет вести автоматизированный расчет массы продукта и помогает врачам с аналитикой, динамикой состояния подопечного и выводами. Приложение единственное в России, что учитывает для определения инсулина физическую активность. Выгрузка осуществляется с умных часов, белково-жировые единицы, динамика сахаров, установлены графики приема пищи. Вся информация систематизируется в дневнике самоконтроля и выгружается врачу-эндокринологу, который закреплен за пациентом. Программист, рассказал представитель команды разработчиков, инженер Ростислав Сазиков, внедрили и обучили для этой платформы искусственный интеллект. К продукту есть интерес со стороны медицинского сообщества Югры. Приглянулась разработка и за рубежом. Есть контакты с Казахстаном, Ираном, Индией, Китаем. Почему именно в медицину пошли? А я сам диабетик, и у нас команда программистов, четыре программиста, которые вот в этой сфере очень, так скажем, гибко понимают. Ну, плюс диабетик, как бы своя проблема, перенести ее в цифру, это было бы очень классно. Пользуюсь своим продуктом, и мои сахара улучшились. Вот у меня средние были сахара за 90 дней 8,2, начал пользоваться продуктом, эту динамику отслеживать, да, опустились до 6,2, то есть в норму ушли. Продукт реально рабочий, то есть на себе все испытывается, сам пользуюсь, да, на себе все испытывается, потом продукта понизил на 2 Он пункта. Автоматически рассчитывает дозировку, то есть это убирается человеческий фактор, где, ну, я тут не буду считать, тут мне сложно взвесить, допустим, правильно продукт. И вот убирается именно человеческий фактор, и система автоматически это все контролирует. То есть там еще нейронные сети, которые предсказывают уровень глюкозы на 2 часа вперед.